Билеты в лето больше не действительны. Аэропорт Кольцово отказался обслуживать рейсы авиакомпании Atlas Global Airlines. Ее самолеты летали из Екатеринбурга в Турцию. Такое решение в Кольцово объяснили большой задолженностью перевозчика. Впрочем, оказалось, это не единственное препятствие для горожан. Другие екатеринбуржцы не смогли вылететь на отдых из-за неоплаченных путевок. Деньги застряли на счетах центра бронирования «Ростур». По информации турагентов, из-за проблем компании без отдыха остались десятки тысяч россиян. В офис «Ростура» в Екатеринбурге накануне съехались представители городских турагентств. Они требовали оплатить туры клиентов, но там в ситуации винят турецких коллег. Мол, потребовали платить не рублями, а долларами. Курс же снова вырос. Впрочем, туристам там все же обещают помочь. Мы будем уже вынуждены разбираться индивидуально, там, последствия возвращать туры, ну, возвращать стоимость, пересаживать людей. То есть работа ведется, мы рук не опускаем.